Всем привет, меня зовут Юля, и спасибо, что заглянули ко мне на канал. Сейчас я пришла с магазина «Светофор», принесла вот такой огромный пакет, и вам сейчас быстро покажу, что купила. Так, гречневая крупа, раньше такой не видела, появилась у нас. Она наша белорусская, «Калай». Мне нравится, что здесь оно в пакетиках, и можно варить, просто забросив в кипящую воду, и не заморачиваться, сколько нужно воды, то есть мешочки сразу приготовятся. Очень удобно, классно. Дальше. Макароны Барилла. Выгодно, немножко дешевле, чем в обычных магазинах. Целый килограмм, всего лишь 6 рублей. Вот такая каша. Овсяная, ассорти из лесных ягод. Она там тоже в таких пакетиках. Сейчас покажу. Вот она в таких пакетиках. Заваривается просто горячей водой, и не нужно ее варить. Быстро, удобно, но, как по мне, так сладко. Дальше, приправа. Очень люблю вот эту серию, покупала разные. Это весенние, я покупала и для курицы, и для рыбы, очень мне нравится. Дальше, взяла попробовать вот такое средство. Средство чистящее для ванных комнат. Для очистки ванн, душевых кабин, кафеля. Бережно очищает поверхность от грязи, мыльного налета, известковых отложений, ржавчин. Попробую. Так, кофе. Якобс Крафтик. Оно очень похоже, кто пьет, Якобс Монарх. Ничем практически не отличается. Дешевле. Берем. Разрыхлитель теста, ванилин, разрыхлитель большая пачка, целых 100 грамм, им пользовалась, нормально, все подходит, ну, то есть тесто поднимается, хорошо. Ванилин не пробовала, взяла первый раз. Сыр сливочный плавленый Хохланд, хорош, обычный плавленый сироп. Так, взяла попробовать грибочки вот такие маринованные. Колбаса. Колбаса сыровяленая, а называется королевская. Раньше она называлась у дедушки или от дедушки. Ну, в общем, поменялось название, вкус вроде не поменялся, такая же. Ну, крупа гречневая, обычная гречка наша, белорусская. Чай Кертис в пирамидках, по-моему. Да, в пирамидках. Мешки. Всегда беру классные, прочные мешки с завязками, еще и дешевые. Почему нет? Так, яйца куриные взяла, кобринские, столовые, 10 штук. Все. Ну, по размеру, блин, в принципе, как обычные яйца, не меньше. Так, и у нас остались тут ватные диски, ватные палочки, тоже всегда беру там, они дешевле. И рис. На этом все. Сейчас я пробегусь по ценам. Так. Рис. Рис. 700 грамм. 2 рубля 11 копеек. Ватные диски. 180 штук. 2 рубля 39 копеек. Грибы, шампиньоны. 4 рубля 15 копеек. Кофе Якобс. 11 рублей 72 копейки. Крупа гречневая купеческая. 2 рубля 31 копейка. Чай черный 2 рубля 24 копейки. Колбаса, вот этот кусочек, 5 рублей 1 копейка. Так, а за килограмм? За килограмм 20 рублей 22 копейки. Так, сыр. 2 рубля 25 копеек. Яйца 2 рубля 59 копеек. Средство чистящее 4 рубля 66 копеек. Так, еще один у меня тут. Барилла 6 рублей 4 копейки. Макаронки. И крупа вот эта. 1 рубль 84 копейки за 500 грамм гречки. Все, быстро вам рассказала, быстро распаковала. Спасибо за просмотр. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Пока-пока.